Накануне в рамках развития необходимой для этого инфраструктуры запустили две автозаправочные станции с метаном в Тимашевске и Белореченске. На открытии присутствовали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Такие станции, которые могут в сутки заправить 400-500 автомобилей, нет таких заправок нигде. Сегодня уже мы имеем мощности 2,2 миллиарда кубов газа, которые могут быть направлены на заправку транспорта, любого транспорта. В ближайшее время мы планируем запустить станции еще и в Краснодаре, и в Новороссийске. Экономически газ сегодня и автотранспорт газомоторный, он экономически, безусловно, выгоден. И сегодня Виктор Алексеевич об этом сказал. Но давайте учитывать еще очень важный фактор для нашего края. Это экологически чистый транспорт. И для нас, для курортного региона, то есть это имеет принципиальное значение. Мы должны беречь наши курорты, потому что они у нас тоже сегодня являются достопримечательностью всей страны. Хочу поблагодарить еще раз «Газпром» в вашем лице, Виктор Алексеевич, за то, что продолжает программу по газификации сегодня Краснодарского края в части именно строительства газозаправочных комплексов. В Краснодарском крае уже в ближайшее время должны закупить 170 пассажирских автобусов, работающих на газе. На Кубани самая высокая в России загрузка заправок с голубым топливом. И до конца 2019 года планируется завершить строительство еще трех станций. Подобный комплекс в Новороссийске замкнет большой газомоторный коридор внутри Краснодарского края, объединив федеральные трассы М4 Дон и А-290.